Так, вроде я все формальности сделал. Если есть какие-то вопросы там по лекциям, кто-то что-то решал, вообще что-то клевое нашлось, математическое, то я всегда рад. Вот. Каждый раз предупреждаю, что есть клевая возможность быть смелым, крутым и задач. Вот, задать вопросы. У меня нет. Ух, ладно, давай тогда про единственность решений, ну и про вообще какие-то графики, которые там связаны с решениями, поговорим. Так, значит, ну давайте про единственное. Сначала рассмотрим какое-то, сейчас какой бы пример взять, где была бы какая-нибудь проблема с единственностью. Ну давайте вот такое. Да? Давайте такое упражнение решим. Есть уравнение y' на x равняется 2y, вот такое уравнение, ну и какое-то, соответственно, начальное условие, да, ну какое-то вот начальное условие y от какого-то x ноликового равно y нолику. Вот у меня есть уравнение. А задание у меня будет нестандартное. И его, хотя, в принципе, вообще это можно и решить. Но у меня задание следующее, что исследуйте количество решений в зависимости от x0 и y0. Сколько решений у этого уравнения, в зависимости от x0, y0. Во. Норм? Вопрос понятен? Хорошо. У кого какие идеи? То есть в первой фазе понятен ли вопрос? Если понятен вопрос, тогда дальше уже можно решать. Как решать? Ну, то есть, есть понятен вопрос, да, решение, сколько уравнений может быть. Ну, может быть, 0, 1, и как бы... В общем, вот, поскольку нелинейный, может быть, и несколько, да, может быть, 5. Может быть, и бесконечное количество. Вот. Как решать будем, если вопрос понятен? Наверное, просто сначала решить дифференциальное уравнение в общем виде. Ну, в данном случае, конечно, такой способ пройдет, это правда. Я бы хотел все-таки немножко на теорему сослаться. То есть, в принципе, да, из-за того, что оно простой структуры, то в данном случае такой способ тоже ок. Да, способ решить и посчитать. Да, вполне себе рабочий способ, если решается. Но я бы хотел... все-таки кое-что сказать про... Ну, давайте все-таки вспомним, поскольку этот сюжет чаще забывается, чем решение. Ну, оно тут технически простое. Тут что, переменные разделяются, поэтому я бы хотел сначала сосредоточиться на все-таки неких общих фактах про количество решений. То есть немножко опереться... опереться на плечи гигантов, да, которые решали какие-то уравнения для вас до... Ну, давайте все-таки давайте пройдем вот этим путем, ну, а потом мы решим, посмотрим. То есть, в принципе, достойный путь. Решите посчитать. Но давайте вспомним. Значит, какие у нас есть теоремы единственности? Вот если я... Давайте я напомню. Если... Есть, ну, какая основная теорема, давайте ее сразу сформулируем, и о существовании, и о единственности. Если есть у меня какое-то уравнение, y' равно f от xy, и в окрестности, ну, вот есть какой-то прямоугольничек, условно, вот есть точка задана
задана точка x0, y0. Ну, вот на плоскости задана какая-то точка. Вот x, y, x0, какой-то y0. И задан какой-то вот прямоугольничек. Ну, неважно, у него какая-то там ширина, допустим, у него дельта, высота эпсилон. Да, допустим, у него вот сюда вот это x0 минус дельта. Это x0 плюс дельта. Вот это, соответственно, y0 плюс эпсилон. Y0 минус эпсилон. Ну, давайте вот этот регион обозначим буквой какой-нибудь. Какой? А. А. А, вот это А. И, соответственно, теорема говорит, если, значит, y равно f от x, задана точка y0, y0, и если в области А f от x, y непрерывная, то что мы можем гарантировать? Что есть хотя бы одно решение? Да, что есть хотя бы одно решение. Правда, возможно, не на области А, а в области меньше, чем область А. То, значит, если в области А функция непрерывная, то действительно, ну, давайте выберем область А', да, то в области А', ну, А', она вот как-то вот такая может быть, да, функция может взорваться раньше, да, это вот будет А', то в области А', это, соответственно, будет, дельта будет поменьше, да, А' это будет какая-то часть области А, да, такие, что x лежит там от x0 минус дельта там штрих до x0 плюс дельта штрих. Да, вот такая вот область А', она может быть поуже, да, то в области А есть хотя бы одно решение. Есть хотя бы одно решение. Есть второй пункт этой теоремы. Второй пункт теоремы гласит, что, значит, уточнение этой теоремы гласит, что в области А f от x, y непрерывно. А еще кто там должна быть непрерывно? Производная. Ага. Какая? Ну, по x. По y. Df по dy непрерывно. То тогда найдется область А', в которой решение существует единственно. То есть А'. И в А' решение существует единственно. Хорошо. Давайте попробуем, соответственно, тогда, руководствуясь этой теоремой, понять, когда у нас есть решение, ну, хотя бы что-то понять, что гарантирует эта теорема, а дальше там, например, исследовать особые случаи. Ну, поехали. Значит, номер у нас вот такой вот. У нас номер y' на x равно 2y. Вот. Ну, я понимаю, что, соответственно, за исключением x равного нулю, да, если не брать во внимание x равный нулю, то у меня получается, что y' равно 2y деленное на x. Согласны? Да. Вот. И я производный, да, вот это вот это мое f от xy. Если я посмотрю на f штрих по y от xy, то у меня получится, конечно, 2 деленное на x просто. И я понимаю, что вот при x не равном нулю обе эти функции непрерывны.
при x0 не равном нулю, f от xy и f' по y от xy непрерывны. Соответственно, получается, что я уже установил все точки, кроме x равного нулю, проверил, да, в них сколько решений будет? Одно. Да, в них будет одно решение. Хорошо. Значит, при x не равном нулю у нас, соответственно, уравнение y'x равно 2y и y от x0 равно y0 имеет ровно одно решение. Хорошо, уже большую часть точек разобрали. Осталось разобрать точки, где стартовое значение задано в нуле. Да? Вот. Ну, давайте его разбирать. Что тут будет получаться? Кто может дальше разобрать ситуацию? Смотрите, такой банальный математический метод. Не знаешь как, попробуй частный случай. Погодите, если x равно нулю или... Да. Стартовое x равно нулю. Ну, тогда y равно нулю. Да, согласен. Вот уже действительно, если x0 равен нулю и y0 не равен нулю, то что мы можем сказать? То решения нет. То решения нет. Ну, почему? Да как? Ну, потому что y' в нуле на 0 должно равняться 2 на y от нуля. Да? Ну, судя по уравнению, раз оно верно для любых x, и получается, что y от нуля у нас должен равняться нулю. Хорошо. И осталась последняя ситуация. А если x0 равен нулю и y0 равен нулю, то есть у нас получается уравнение y' на x равняется 2y и начальное условие, что y от нуля равен нулю. Сколько решений имеет такое уравнение? Воспользоваться теоремой, к несчастью, мы не можем. Почему? Ну, у нас не непрерывная функция. Да, у нас не непрерывная функция, поэтому все, что остается, действительно, в данном случае, это попробовать решить. Да, ну давайте попробуем, решим, что получим. Попробуйте решить и скажите, сколько решений получается. То есть мы попробовали максимум сделать, что можно сделать, не решая задачу, а потом уже, ну, когда вот... Вроде бесконечное количество. Почему? Ну, вроде бесконечное количество решений. А почему? Ну, вопрос не в том, что я тебя критикую, а в том, что я хочу, чтобы ты объяснил свою логику. Там получается что-то наподобие y равно 2x умножить на c или что-то такое. В общем, там x как множитель выступает, и при этом получается, что при, когда x равен нулю, y всегда будет равен нулю при любом дополнительном множителе. Потому что там получается уравнение ln от y равно 2ln от x. Получается... y равно e в квадрате на x на c, там еще константу забыл, плюс c. Вот, и там c, когда множитель меняем, не знаю, какой множитель мы не выбрали, c у нас при x равно нулю всегда будет равен y к нулю. Да, согласен, что действительно здесь можно ну, легко увидеть, ну, можно, в принципе, и угадать, да, можно, в принципе, честно решить, как ты решал, то есть обе стратегии сработают, но видно, что когда мы берем производную, то есть мы рассматриваем многочлены, то степень многочлена падает на единичку. А здесь, смотрите, степень многочлена упала на единичку,
потом домножили обратно на x, подняли степень, и это фактически на 2. И тут явно x квадрат, да, в деле. Но раз x квадрат в деле, то и 5x квадрат в деле, и 6x квадрат в деле, да. То есть сразу видно, что можно угадать решение вида y от x равно там cx квадрат. Они явно подойдут, берем производную, 2 слезло, на x домножили, получил, просто домножилось на 2, то, что нам нужно. Ну, а можно, конечно, и действительно, как ты сказал, что вот там, взять dy, dx на x равно 2y, да, вот здесь вот, ну, как бы отдельно рассмотреть условие y равно 0, после этого там сказать dy на y равно там 1 на x dx, да, вот, и тут сказать, что логарифм y равно, так, я чуть двойку потерял, двойку потерял, 2 вот здесь, равно 2 логарифма модуль x, там плюс константа, ну, да, дожать, получить, ну, константа k, и получить, что y равно c на x квадрат. И это на самом деле все решения. Окей? Ну да. То есть можно попробовать нарисовать эту ситуацию на картинке. Довольно забавно выглядит, что... Давайте попробуем нарисовать. То смотрите, какая... Значит, у меня y' на x равно 2y, да? Или y' равно 2y, деленное на x. Если, ну, если не считать x равное 0, да? Смотрите, что выходит. Вот это x, вот это y. Ну, я, конечно, не компьютер, там, по точкам аккуратно строить не буду, но тем не менее, я вижу, что y' равен нулю, наклон линии равен нулю при y равном нулю, то есть вот здесь вот такие маленькие горизонтальные штришки я нарисую. Да? После этого, там, если y', например, равен единичке, это если y на x равно 1/2, да? То есть вот на... такой вот наклонной прямой, если я ее посмотрю, вот эта вот наклонная прямая, y на x равен 1/2. На ней штришки с наклоном 1. То есть на ней вот такие вот штришки идут. Да, на бисектрисе должны идти штришки с наклоном 2. Ну, дальше я уж особо не буду рисовать, да? Вот, и тут наклон штришков плавно меняется, да? Здесь вот такие вот промежуточные. Ой, нет, не туда наклоняю их. Тут слабые, тут сильные, значит, здесь вот такие. Вот, и получается, что если я стартую из точки не нулевой, это точка x0, y0, и иду вдоль штришков, то у меня вот одно решение. А если я в нуле, у меня получается решение и такое вот там такое там. Ну, в общем, вот такая вот интересная картинка получается. Живы, нет? Идем дальше. Ну, да, понятно. А можете напомнить, как по-русски slope field называется? Что, как называется по-русски? Ну, slope field, ну, вот эта вот штука. По-русски как? Сейчас вспомню. Да, я понял, о чем ты говоришь. Поле направления. Спасибо.
либо, как они называются, как-то у них еще есть такое рабоче-крестьянское название, клинышко. Добавил. Ну, я попробую вспомнить ближе к походу. Так, давайте попробуем еще одну штуку сделать. Да, можно вопрос? Нужно. Весь важный вопрос. А вот сама эта теорема, она получается интересна. Почему? Почему она интересна? Ну, то есть, да, что она нам непосредственно дает? Дает количество решений. Например, дает возможность... Вот ты описал систему уравнением, а что тебе надо указать, чтобы было понятно будущее? Да? То есть, например, при каких условиях будет, например, одно решение, а не бесконечное? Вот это, да? Да. Грубо говоря, наличие бесконечного количества решений, проходящих через эту точку, это означает некую хаотичность системы. Да? То есть, ты чуть-чуть из соседней точки стартовал, у тебя уже другое решение. Да? Вот. А тут как бы вот в этой точке тебе недостаточно указать начальные условия, тебе надо, то есть у тебя от, ну как бы ты, ну понятно, что твоя реальная система, которая в жизни, она не похожа идеально на то, что ты пишешь уравнениями. То есть тут есть некая реальность, а есть то, что ты описываешь уравнениями. И если у тебя твое описание системы реальной находится в точке, где у тебя бесконечное количество решений, то это просто будет означать какую-то серьезную неустойчивость, серьезную проблему в том, что ты ничего не сможешь предсказать. У тебя вот ты записал текущее положение системы, записал уравнения, которые ей управляют, а у тебя может быть 100 тысяч разных завтра по твоим уравнениям. Ну, то есть близкие явления бывают при моделировании там, погоды, да, что маленькие колебания системы стартовые, они на длительном интервале времени, там, через 7 там, дней, 10, приводят к совершенно разным погодам. Да, и поэтому у нас погода, она прогнозируется на короткие интервалы времени, она прогнозируется вот с помощью там, систем дифференциальных уравнений, подправленных немного там машин-лернингом, а на большие интервалы времени она вот в силу этого эффекта как раз не прогнозируется вообще. Ну, то есть, если ты возьмешь прогноз погоды там на 14 дней вперед, это просто средняя арифметическая за последние годы. Там система вот из-за такого эффекта, что маленькое шевеление стартовых условий, что сегодня там не 1 градус, а там 1,01, ну, хоп, и сразу перескакивает на какое-то другое решение через 12 дней. Вот, и поэтому вот примерно из-за этого, ну, то есть это важно в реальности осознавать этот эффект, что, ну, из-за этого у нас, например, погода не прогнозируется на 14 дней принципиально лучше, чем средняя за прошедшие годы в этот день. Вот. То есть вопрос, зачем нужно, если смотреть с такой прикладной точки зрения, совсем банальной, примитивной, ну, кого может вопрос на экзамене быть. А если смотреть с такой научной, серьезной точки зрения, то ответ, что такое поведение системы – это явная нестабильность в прогнозах. Вот. Ну, то есть, да, я понял. То есть это такая негативная теорема. Да, конечно. Полезно это... знать, когда да. Нет. Да. Угу. Так, хорошо. Давайте посмотрим еще про устойчивость. Явно вопрос какой-нибудь такой. Про фазовый портрет системы. Давайте следующее упражнение. Ну, наверное, попроще. Там Y-штрих. Давайте автономную систему рассмотрим без X. Будет, ну, чтоб такое-то взять там. Y в кубе минус 8Y квадрат минус, ну, я не знаю, тут нет, плюс пусть будет 12Y. Во. Вот такое уравнение. Автономное x там нет. И задание будет следующее. Найдите положение равновесия. Найдите
положение равновесия и классифицируйте их стабильные и нестабильные. Определите стабильность равновесий. Ну, можно нарисуйте фазовый портрет. Ну, давайте, на положение равновесия, ну, я не знаю, ну, тут ну, 40 секунд, да? Как найти положение равновесия системы? Что надо сделать? Надо устремить переменную, от которой зависит y к бесконечности. Да нет, а вдруг она там наоборот нестабильна? Ну, представь себе, косинус x, а ты устремил x к бесконечности. Как вот формально, математически определить равновесие? Действительно, она может сходиться, ты прав. Но может же и не сходиться к равновесию. Правое к нулю приравнять уравнение. Да, я согласен, что равновесие – это скорее где y' равен нулю. Ну, одно из определений равновесия, да, есть разные там равновесия, например, там на рынке спрос равен там предложению. Да, но если равновесие в терминах дифференциальных уравнений, то мы вкладываем равновесие вот такой смысл, эквилибриум. Вот. Ну, приравним к нулю. y' равен нулю. Это означает, что y3 минус 8y² плюс 12y равно нулю. Какие здесь получаются решения? 0, 2, 6. Да, получается решение 0, 2 и 6. Отлично. Ну, типа, первую сделали. Хорошо. Давайте тогда попробуем. Давайте нарисуем фазовый портрет, phase diagram, да? Это у нас phase diagram. Что это за зверюга? Фазовая диаграмма, фазовый портрет, что это такое? То же самое, что мы вот в прошлой задаче. Не совсем. Смотри, вот в чем разница между фазовым портретом и полем направлений. Смотри, вот есть разница есть. В принципе, ты можешь, конечно, сказать, что это частный случай одно другого, но нет. Когда рисуют вот здесь вот время, здесь время, а здесь вот y от t, да? Это одна картинка. А фазовый портрет, когда здесь вот какая-то одна характеристика от времени, а здесь другая. Вот это фазовый портрет. А вот это поле направлений. Вот это slope field. А вот здесь... Phase diagram, да? Ну, ты, конечно, можешь сказать, что а я вот в качестве x от t изобразил само t. Ну, как бы, да, но все-таки традиция говорит, что вот когда движение по t это будет какая-то траектория на графике, вот тогда да, это фазовый портрет. А когда t по горизонтали, а y по вертикали, это все-таки... Ну, не называют обычно фазовым портретом, хотя можно, конечно, сказать, а это вот такой частный случай фазового портрета, когда вместо x от t просто взяли тривиальную функцию t. Ну, то есть, вроде с формальной точки зрения ты прав, но все-таки традиция названий говорит, что там какие-то две характеристики, которые обе зависят от времени. В данном случае, что мы можем нарисовать? Какие две характеристики у нас меняются во времени, какие упомянуты в уравнении? Да? Ну, если посмотреть на наше уравнение, то что тут зависит от времени? Ну, y от t зависит от времени. А еще кто зависит от времени здесь, если посмотреть на наше уравнение?
Вы имеете в виду производные? Да, тут y' зависит от времени, а тут вот y зависит от времени. Вот. Поэтому фазовый портрет в этой задаче можно нарисовать, по одной оси пустить y от t, по другой оси пустить y' от t. И тогда на графике будет два показателя, которые будут зависеть от t. И меняя t, мы движемся как-то по плоскости. Ну, как будто там машинка ездит по плоскости. Если нарисовать нашу зависимость, то у нас, конечно, получается, что парабола, домноженная на y, да, то есть у нас тут, очевидно, множители y, y минус 2, y минус 6, да, то есть получается, что у нас будут точки 0, 2 и 6, и y' от t выглядит как кубическая функция. Ну, как-то вот так-то она проходит, да? Жук. Не попал. Жук. Жук. Вот. Это наш фазовый портрет. Мы видим, что две характеристики, y от t и y' от t, они связаны вот этой вот кубической кривой. И если есть какие-то начальные условия, мы можем понять, куда мы будем двигаться на этой кривой. Да? Если я, например, стартую, если вот у меня начальные условия таковы, что я стартую в точке А, куда я начну двигаться вдоль разрешенной линии? Ввысь. Почему? Потому что у нас производная ноль. Ой, точнее, не ноль, а больше нуля, и поэтому она будет вверх уходить. Да, я согласен. Если посмотреть на точку А, то что я вижу в точке А? Я просто смотрю на график и вижу, что в точке А y больше нуля, и y' больше нуля. Ну, потому что у нее абсцисс – это y, а ординаты – это y'. Поэтому я понимаю, что в точке А y' больше нуля, y больше нуля. Но если y' больше нуля, это означает, что y растет. Ну, потому что это у нас производная. Больше нуля. Ну и, соответственно, из точки А я буду двигаться вверх. Ну, вот здесь можно нарисовать такие вот стрелочки, елочки наверх. Хорошо, если я нахожусь в точке Б, то у меня y больше нуля, а y' у меня какой? Меньше нуля. Меньше нуля. Это означает, что раз y' меньше нуля, ну просто точка B, она ниже горизонтальной оси, да, то значит y будет падать, и я куда буду двигаться из точки B? Влево. Да, я буду двигаться в сторону уменьшения y, а слезать с кривой нельзя. Вот. Ну, аналогично надо рассмотреть точку C и точку D. Куда мы движемся в точке C? Влево-вправо? Вправо, в C. Вправо. Почему? Ну, аналогично с А. Да? И в точке Д? Ну, она улетит от нас. Она улетит от нас. Красота. Вот. Соответственно, у нас получилось три равновесия. Мы глобально понимаем качественное поведение системы. Давайте теперь классифицируем равновесие на устойчивое и неустойчивое. У нас есть три равновесия. Y равно нулю, Y равно двойке и Y равно шестерке. Что мы можем сказать про устойчивость или неустойчивость этих трех равновесий? Получается, только два устойчивые? Что-что-что? Только два устойчивые? Да, почему? Ну, потому что слева и справа в эту точку. А что формально? Я согласен, да, верно. А вот это вот у нас stable. Вот это у нас unstable, и вот это у нас тоже unstable. А почему? Что означает, вот еще раз формально, эта идея stable, unstable? Производная, потому что слева больше нуля, а справа меньше. Mm-hmm. Ну, я просто хотел сказать, да, я это верно. Рассуждение, просто я хотел еще раз пояснить, что означает stable. Это означает, что если мы стартуем
с похожих начальных условий, ну, то есть, что означает вот этот вот стейбл, да? Это означает, что если я рассмотрю два решения, да? Одно решение y от нуля равняется двойке, а второе решение y от нуля равняется 2 плюс какое-то небольшое эпсилон. Вот это решение 1. Да, вот здесь будет получаться какая-то y первая от t. А если я буду решать, ну вот добавляю к уравнению начальные условия. Ну, естественно, уравнение само тоже верно. Y штрих равно, там, я уже забыл, y куб минус 8y квадрат плюс 12y. Вот, к уравнению добавляю начальные условия. Если я добавлю начальные условия y от нуля равно двойке, то я получу первое решение, которое просто всегда равно двойке. Если я добавлю начальные условия y от нуля равно 2 плюс эпсилон, я получу какое-то другое решение. Но предел при t, стремящемся к бесконечности, вот этого y второго от t, будет равен чему? Ну, если эпсилон мало, то он будет равен 2. То есть если я изначально на старте отклоняюсь от двойки, стартую не в двойке, если я стартую в двойке, я всегда в двойке. А если стартую не в двойке, а в 2 плюс эпсилон, то меня при стечении времени меня вернет обратно в двойку. Это называется устойчиво. А если я чуть-чуть отошел от шестерки и стартую не в 6, а в 6 минус эпсилон, 6 минус 1 миллионная, стартую, оп, и через достаточно длинное время я не окажусь в шестерке, а куда прилечу, если я стартую в точке 6 минус эпсилон? Двойка. Да, в двойку меня утащит. Все окей? Норм? Да, окей. Хорошо, давайте попробуем. Ну, это может быть немножко отступление, но на самом деле давайте я подскажу такую важную мысль, что фазовый портрет позволяет, вообще говоря, решать довольно прикольные задачи. Позволяет решать прикольные задачи. То есть эта техника «изобрази на плоскости ситуацию, как она меняется во времени», вроде бы, казалось бы, ну, тривиальная идея, да, но, в общем, иногда полезно. Давайте такая вот задача. Задача следующая. Есть у меня какая-то хитрая гоночная трасса, да, то есть вот у меня есть два пункта А и Б. Есть две хитрых гоночных трассы. Тут вот. Ну, не знаю, она может быть какая-то хитрая, там, с самопересечениями, там, вот это один путь из А в Б, и есть второй путь из А в Б, допустим, тут въезжаешь на гору, потом спускаешься с горы, и вот, да, здесь гора, вот, есть две трассы из А в Б, и известно, что вот у меня две машины, вот они стартовали одновременно из А, то есть две машины стартовали одновременно из А в Б по разным дорогам. Простите, по разным дорогам. И одновременно финишировали. И одновременно финишировали.
Вот. И они смогли так организовать свое движение, что ни разу не теряли друг друга из виду. Проехали так, что ни разу не теряли друг друга из виду. Ну, например, на данной трассе, если вот одна машина там была вот здесь, а вторая в этот момент была вот здесь, то ее там будет не видно за горой. Но если они скоординируются и сначала поедут так, что второй заедет на гору, и с горы будет видеть, как первый будет ее объезжать, то потом второй может съехать с горы, и они смогут проехать этот маршрут так, что ни разу не будут терять друг друга из виду. Окей? Понятно, что дано? Ну, понятно, но как-то сложновато, честно говоря. Давай еще раз. Давай я сначала сформулирую, что найти надо. Просто, а какая траектория зрения? Ну, то есть, куда они смотрят только вперед? Ну, вот или... здесь гора, а все остальное плоское для простоты. Вот оно, соответственно, они смогли так проехать, стартовали одновременно, скорость можно менять, можно там хоть разворачиваться. Ну, вот все время от одной машины до прямой, до другой была, но они находились в пределах видимости прямой. Uh-huh. Вот, понятно, что можно, если бы, ну давай, вот эта первая линия черная, да, если бы тут у меня черный и фиолетовый водитель, вот если черный водитель бы сначала быстренько заехал за гору, то фиолетовый бы его не увидел. А если, условно говоря, черный на старте ждет, фиолетовый поднимается на вершину горы, потом черный водитель объезжает гору, и они и дальше вместе спускаются до Б, то тогда они не теряют друг друга из виду. То есть эту пару дорог можно проехать так, что терять друг друга из виду, а можно проехать так, что не терять друг друга из виду. Окей? Пока я вопрос, правда, еще не задал, но сейчас будет вопрос. Ну, пока понятно, как они проехали. Ну да. Хорошо, а вопрос такой. Придумайте такую трассу, ну, на которой бы выполнялось вот это условие, да? То есть вот это условие нарушать нельзя. Придумайте такую трассу, такую пару трасс, точнее, такую пару дорог, чтобы вот эти условия, ну, давайте назовем это условие, условие А, чтобы условие А было выполнено, и при этом можно было проехать двум машинам еще вот таким образом, то есть выполнялось бы некое Б, еще было бы выполнено, сейчас я напишу Б, придумать пару дорог, чтобы условие А было выполнено, и условие Б, сейчас напишу условие Б. И условие Б. А условие Б, оно такое. Одна машина стартует из А. Вторая машина стартует одновременно из Б. Одновременно. Значит, дальше первый, номер один, финиширует в Б, а номер два финиширует в А, тоже одновременно. И важно так, чтобы они на этот раз никогда не находились в пределах прямой видимости. И важно так, чтобы они никогда не находились в пределах прямой видимости. Какое у нас условие на прямую видимость? Когда они видят друг друга? Это условие должно зависеть только от координат. Какое условие не важно, но оно должно зависеть только от координат машин. То есть оно не может, у тебя не может быть такого, что ой, а тут пошел дождь, поэтому вот такого нельзя. А условия ты можешь накладывать сам. Главное, чтобы условие прямой видимости зависело только от
координат точек. То есть вот если уж машина одна находится здесь, а вторая тут, ну, неважно, какое. Главное, что он не должно быть динамическим. У тебя не может там пролетать стая ворон, которая закрывает машину. Но сказать, что вот здесь у меня стоит там зеркало, и поэтому я вот из этой точки вижу вот ту, но тогда это всегда видно, да, то есть как бы условие может быть любым, фантазия совершенно не ограничена, вот, то есть вот, вот у меня гора была, да, вот по моим условиям, например, вот из точки альфа точку бета не видно, гора загораживает, а из точки гамма точку бета видно. Неважно, какое условие ты ставишь, главное, запрещена динамика, то есть такого, что вот, а тут наступила ночь и вообще ничего не стало видно, и поэтому они ехали в темноте на ощупь, и поэтому, конечно, дальше своего носа не видели, вот. Ну, такое можно, но тогда у тебя условие А не будет выполнено, очевидно, да, если у тебя все время ночь. Вот, то есть надо, чтобы и А было выполнено, и условие Б было выполнено. То есть условие А стоит в том, что они начали оба в одном городе, закончили оба в другом и постоянно видели друг друга. А условие Б состоит в том, чтобы они начали в разных городах, закончили одновременно в разных городах, и ни разу не было возможности увидеть друг друга. Норм? Понятно условие? Ну, вроде да. Хорошо. Ну, подумайте тогда. Если непонятно, можно попробовать своими словами меня пересказать, а я оценю, так или не так. А вариант, что они там по двум туннелям разным поехали, считается? Если ты объяснишь, как, то есть еще раз, должно быть выполнено два условия. Ты в своей системе можешь сделать два туннеля. Окей, нет проблем. Но важно, чтобы у тебя было выполнено условие, что в начале они оба стартовали в А, проехали в Б. Возможно, там один заезжал в туннель, а другой его как раз ждал вот в той точке, что туннель виден насквозь, и поэтому он его все время видел. Нет проблем. Если ты выполняешь одновременно условия А и Б, условие А состоит в том, что они начинают синхронно в А, едут по разным дорогам, заканчивают синхронно Б, и все время машины находятся в пределах прямой видимости. А условие Б, оно такое немножко анти-А. Ну, в каком смысле оно анти-А? Они начинают в разных городах, едут по разным дорогам, заканчивают в разных, но при этом никогда не находятся в пределах прямой видимости. Если тебе для реализации идей нужны три туннеля, welcome, можно, не запрещено. Главное, чтобы понятие было прямой видимости не динамическим, а зависело только от, где машины находятся. То есть если у тебя, когда они ехали в одну сторону, из точки альфа точку бета видно, то значит, когда они едут в другую сторону, точка альфа и бета находится в пределах прямой видимости. Все остальное не запрещено. Хоть 25 туннелей, хоть там, не знаю, телепорт, все что угодно. Никаких ограничений. Главное, чтобы было понятие для каждых пары точек. Хотя ты мог сказать, видно их друг от друга или не видно. Можно на пути просто точки выкалывать, ну, если не получается их как-то приделывать. Можно. То есть еще раз, надо, вот у тебя должен быть какой-то маршрут движения машины из А в Б, и для каждой пары точек маршрута у тебя должно быть понятно на твоей схеме, видны они друг от друга или не видны. Ну тогда, мне кажется, я придумал пример, не знаю, сколько правильный. Допустим, вот у нас А располагается в точке минус один, а Б в точке один по иксу. И у нас маршруты... Подожди, по-моему, у меня разрешены аннотации. Если ты хочешь, можешь нарисовать. Я вроде не запрещал аннотации.
мне кажется, можно кликнуть. Но если что, если мне надо где-то что-то кликнуть, чтобы разрешить, скажи, чтобы я разрешил. Вот, ну давай попробую с твоих слов записать. А в минус один. Да, Б в один. Ага. Вот, ну и у меня дороги, собственно, и тут как... допустим, дорога А — это первая дорога. Y равно X куб идет дорога. Ну, типа, у меня... равно X куб. Да. Подожди, Y равно X куб. Это вот такая вот штука. Вот так. Вот это А, значит, вот это Б. Да. Да. Ну и вторая дорога, допустим, Y равно X пятой. Y равно X пятой. Ну, чуть по-другому она идет. Ну да, она чуть покруче, да, она вот, вот так вот как-то. Y равно x в пятой, она вот такая вот, да? Да, и точка 0, но она выколота 0,0, ее как будто нет. В ней они не ездят, они ее, ну, пролетают на скорости света, я не знаю, они, в общем, там они не видят друг друга. Там телепорт какой-то стоит, в общем. Она не является частью маршрута. Я не совсем понимаю. То есть, ну, у тебя должна быть определена координата машины в каждый момент времени. Она может там скачком измениться. Но вот, допустим, если ты выехал в 14.00 и, не знаю, приехал в 15.00, ну, у них общий старт, общий финиш. Вот. Поэтому в каждый момент времени... Ты можешь пользоваться телепортом, но в каждый момент времени ты должен сказать, они были там-то. То есть, не знаю, в 14.05, допустим, ты должен, у тебя должны быть определены координаты первой машины, ну, по X и по Y, и координаты второй машины по X и по Y. Там 14, не знаю, 47, у тебя тоже должны быть координаты двух машин. Я пока не совсем понимаю, как работает твой телепорт. Ну, хорошо. Там принципе, просто телепорт стоит в плане, что они эту точку как будто они ее не проезжают. То есть у них не наступает момент, когда точка 0 не проезжает. То есть они подъезжают к ней бесконечно близко с отрицательных и сразу оказываются в положительных. У них нет точки, где они не отрицательны, не положительны. Я пока не понимаю, как ты в этой системе получишь... ну, то есть, давай я попробую пояснить, что можно, а твою идею я не совсем понимаю, как реализовать. Ну, вот смотри, вот если вот, допустим, координата первой машины иксовая, как зависит от времени. Ну, вот, в принципе, что-нибудь такое можно. Вот она ехала, 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 доехала до телепорта, и вот он ее куда-то перенес. Такое можно. В каждый момент времени я могу сказать координату, да? Даже вот в момент телепорта она, если ну, у меня точка слева приколота, справа выколота, такое разрешено. То есть это координата первой машины в момент времени t, x-овая, да? Ну и там координата первой машины y-овская в момент времени t. Ну, то есть такой честный телепорт, он вполне себе разрешен. Вот она доехала до телепорта, здесь некий момент времени, и вот она, бац, мгновенно в другой точке. Ну, то есть... Хорошо, тогда давайте оторвем, короче, верхнюю часть после нуля и поднимем ее на единицу, скажем. Верхнюю часть... Ладно, давай я расскажу решение задачи, оно слишком красиво. Можно уточнить? Да. Можно. Еще раз, нам ведь нужно было, чтобы они друг друга не видели, да? Два условия должны быть выполнены. Условие А и условие Б. Условие А, они стартуют одновременно, финишируют одновременно в одном и том же городе, и при этом постоянно находятся в пределах прямой видимости. Условие Б, да, видят друг друга. Ну, могут там, может, ему надо развернуться через плечо, и там, о, он там, вот, он на дорогу смотрит. Но они в пределах прямой видимости. Вот. А условие Б состоит в том, что они начинают в разных городах, заканчивают в разных городах, опять же, одновременно, и при этом никогда не находятся в пределах прямой видимости. То есть они одновременно и видят друг друга, и не видят друг друга? Не, ну они по-разному движутся. Там они одновременно стартуют в А, а там один стартует в А, а другой в Б. Угу. Ну, а нельзя тогда... Можно ведь гору добавить? Можно, все что угодно можно добавлять. Туннели, гору. А тогда вот возьмем единичную окружность. У нас угу. В ней тоннель, который соединяет насквозь
ну, там, минус 1 и 1. И они в разные стороны по окружности двигаются, так что они вначале видят друг друга, а потом не видят. Mm-hmm. Ну, а в центре гора? Сейчас. А когда они стартуют, это А, это Б? Угу. И стартуют, а где первая дорога? Первая дорога так, вторая так? Да, да. А тогда у тебя будет момент, когда они из-за горы не будут видеть друг друга, когда они оба стартуют из А в Б. А наступит такой момент, когда вот оп, и они на пути из А в Б не смогут друг друга увидеть. Да, окей, я понял. Я просто сначала немного недопонял насчет условий. Все. То есть обратную ты реализуешь. Обратную ты действительно реализуешь, что они у тебя пойдут. Я понял твою мысль красиво, но вот обратную ты реализуешь. Они так по окружности идут, и оп, один другого не видит. А, ну, у тебя трудно реализовать условие первое, которое говорит, что они оба стартуют в А, оба финишируют в Б, и все время видят друг друга. Ладно, разгадка такая. Поскольку у меня в каждый момент времени, несмотря там на возможность телепорта, в горы, всего прочего, определена координата каждой машины, вот, то, соответственно, или мне телепорты, слушайте, а с телепортами мосты? Это что, они обязательно будут пересекаться? С телепортом это не будет работать, да, наверное. Да, слушайте, а с телепортами можно, да? Слушайте, прикольно, с телепортами можно. То есть, ну, смотрите, мой пример-то отвечается с телепортом, как работал. У меня было условие видимости в том, что если у них координаты одного знака по Y, то они друг друга видят. Если разного, то не видят. Ага. И вот если оторвать этот кусок сверху, чтобы телепорт работал так, что он просто из точки 0-0, ну, в точке 0-0, допустим, они... вот в точке 0 конечно, проблемы были, да, всегда. Я поэтому хотел ее удалить, чтобы она не мешалась. Можно подумать, с телепортами вроде, может, и можно. Слушай, без телепортов... Ну, давай, доказательство без телепортов, да? Без телепортов точно нельзя. Слушай, прикольно. А с телепортами надо подумать. Но без телепортов мне доказательство кажется, простое. Мне кажется, да? С телепортами тогда у меня тоже работает. Ну, надо подумать, аккуратно изложить. Слушай, ну, давай сначала без телепортов изложим доказательство, что без телепортов точно не получится. Потому что если мы изобразим... Да, слушай, надо с телепортами придумать. Красиво. Да. То вот здесь вот А, вот здесь Б, вот здесь А, вот здесь Б. И что мы знаем? Что они оба стартовали в А, оба закончили в Б. И поэтому получается, что... Или подожди, давай посмотрим. Оба. Ну, давай, сначала без телепортов доказательства. Тут вот какая-то у них траектория, это фазовый портрет, да? При t равном нулю они оба были в А. Это тут по горизонтали позиция первой машины, да? По вертикали позиция второй машины. В процентах пути от А к Б. Не, я смотри, все равно получается. Я же в процентах путь меряю с телепортом, то же самое. У меня все время определено, если телепорт честный, то у меня все равно в каждый момент времени... Нет, то же самое. Если путей всего два, от А до Б, а не три там, не пять, то тогда, увы, то же самое. Я же могу мерить расстояние от А до Б в процентах времени, которое вот я еду с постоянной скоростью по дороге. Ну, есть там телепорт, но перенес он меня на 200 метров. Но я же время-то могу мерить процент. Ну, вот, я могу вести единицы измерения, как... Слушайте, с телепортом то же самое срабатывает. Вот. А телепорт только один можно? Сколько угодно, но еще раз, у меня должно быть две дороги. То есесть ты можешь... У тебя может быть... Ну, можно тогда еще раз окружность нарисовать? Да, нарисуем. Подожди, давай я изложу решение, а потом тогда... То есть если дороги всего две... То есть если у тебя вот здесь действует телепорт, который шух и мгновенно перебрасывает вот сюда вот, да, это разрешено, и тут еще один. Но у тебя не должно быть такого, что вот здесь есть телепорт, и ты можешь воспользоваться или на том пути воспользоваться, на обратном пути не воспользоваться, тогда у тебя просто дорог много. Ты подменяешь задачи, у тебя дорог много.
тебя есть факультативность выбора, это приводит к наличию... Путь должен быть только один. Он может содержать в себе какие-то прыгалки, но эти прыгалки, ну, он должен быть таким детерминированным, да? Проблема возникает, если две машины, скажем, приезжают к разным концам телепорта одновременно. Они в твоей телепортации должны друг друга, получается, видеть, чтобы, ну, противоречие соблюдалось. Иначе можно привести в контрпример. Ну, еще раз, если... Давай, вот это принцип, что у тебя телепорт должен обладать таким свойством. Он обязан... В любой момент времени должна быть определена координата машины. Она может быть дискретно, разрывно меняться, в этом и суть телепорта, но должна быть определена четко. В каждый момент времени я здесь, о, я через 100 метров отсюда. Вот. Такое можно, но еще раз, требование к телепорту, что должна быть четко определена координата машины в каждый момент времени, не должно быть факультативности выбора, ой, я воспользуюсь телепортом, ой, я не воспользуюсь, тогда, конечно. Тогда получается, что путей не два, и если факультативность выбора телепорта есть, то, конечно, можно в одном случае там перепрыгнуть и оказаться вне зоны видимости и ехать по не зоне видимости, а в другом случае выбрать путь через зону видимости. Вот. Но если, ну, давай без телепортов и с телепортами, которые дают... Получается, телепорт надо одну точку выкалывать всегда какую-то. Угу. Вот, давай тут с честными телепортами, соответственно. Что я вижу на фазовом портрете? Они проехали, оба стартовали из А, оба финишировали в Б. Ну, значит, как-то во времени на этой плоскости менялась пара координат. Но поскольку я могу координаты мерить не в абсолютных координатах от А, Б, почему мне телепорты не мешают? Я могу мерить координаты по следующему принципу. Включу постоянную скорость, 1 км в час. И тогда у меня... Я могу мерить расстояние от А до Б вот этим временем. Да? И тогда получается, что у меня есть телепорт честный, он определена в каждый момент координата каждого персонажа, то получается, что если я буду мерить расстояние временем доезда до финального пункта с некой фиксированной скоростью, то у меня получается корректно определено непрерывно время доезда. И поэтому, хотя координата машины прыгает, то время, оставшееся на то, чтобы доехать со скоростью 1 км в час, оно непрерывно ведет себя. Оно там может расти, может убывать, но оно не прыгает время доезда. Даже когда мы пользуемся телепортом, который переносит у нас x и y, меняет скачком время доезда с постоянной скоростью, оно, ну, в силу однозначности трассы, оно однозначно определено и непрерывно. Вот. А если, соответственно, машины начинают обе t равное нулю, одна в А, другая в Б, то есть М1 начинает в Б, а М2 начинает в А, и они пытаются доехать так, чтобы финишировать, М1 финишировала в А, а М2 в Б, то понятно, что будет какая-то вот красная линия, она пересечет фиолетовую, и окажется, что есть какая-то пара координат, это, соответственно, какая-то пара координат, и в этой паре координат, раз мы находимся на фиолетовой линии, то мы должны быть в пределах прямой видимости. А раз мы находимся в этой паре координат на красной линии, то значит мы должны быть вне пределов прямой видимости, что означает противоречие. Поэтому мне даже с честными телепортами, ну то есть что я подразумеваю честным телепортом? Честным телепортом я подразумеваю телепорт, который в каждый момент времени дает машине некую пару координат, возможно, меняющиеся скачком, но для каждого момента времени должна быть определена пара координат. Вот. И тогда получается, что не это. Даже с телепортом не срабатывает. Норм? Если честно, не очень. Что не очень? Что на этом графике непонятно? Это фазовый портрет. Phase diagram. Давай еще раз. Что изображено на графике? Вот если я рассмотрю t равное нулю, да, то и рассмотрю машины, когда они обе стартовали в А и обе финишировали в Б. При t равном нулю обе машины, они в точке АА. Правильно?
Да. А, ты хочешь сказать, что у тебя в одну сторону есть телепорт, а в другую нет, да? Это такая схема была? Или нет? Или ты просто не понял эту картинку? Я просто не понял. Хорошо, давай тогда пока без телепортов поймем картинку, а потом нет, все-таки с односторонним телепортом можно, это фактически два разных пути, пути оттуда не равен пути туда. Да, слушайте, с телепортами можно выкрутиться. Да, можно даже, честно. Надо придумать как, нетривиально, но можно. Ну, там он в одну сторону должен пускать, а в другую не должен, да. Ну, смотри, еще раз, давай пока без телепортов. Если обе машины стартовали в точке А, а потом время шло, как-то менялось, то есть еще раз, по горизонтали у меня отложено, как менялась координата первой машины, по вертикали отложено, как менялась координата второй машины. Время идет, и с ходом времени обе машины должны оказаться в точке ББ, правильно? Да. Это фиолетовая линия. По условию задачи я знаю, что они смогли проехать так, что постоянно видят друг друга. Постоянно в пределах прямой видимости. Значит, на каждой точке фиолетовой кривой, то есть вот это какая-то пара координат. Да? Вот здесь вот это от А 30% пути пройдено первой машиной и 80% пути пройдено второй машиной. Да? И в этой точке, когда первая машинка проехала 30% пути, а вторая 80%, то из одной точки видно другую на карте. Окей? Да, окей. То есть еще раз, это не карта сверху. Карта сверху может быть совершенно запутанной. Да? Это не вид сверху. Это я ввел такую систему координат. Какой процент пути... Давай, здесь 0%, здесь 100%. А вот так. Какой процент пути проехала первая машина и какой процент пути своего проехала вторая машина? Обе стартуют. То есть здесь система координат не совпадает с широтой, долготой на этой хитрой карте. Вообще карта может быть трехмерная, там еще высота может быть и так далее. Мне это не интересует. А здесь я оставил процент пути, пройденной первой машины от А к Б, и процент пути, пройденной второй машины от А к Б. Соответственно, по условию сдачи есть фиолетовая линия, которая соединяет 0% 0% со 100% 100%, и ни в одной точке, и, вернее, в любой точке фиолетового пути прямая видимость. Норм? Да, я понял. Спасибо. А теперь, соответственно, в обратную сторону. Что значит, они ехали из разных городов? Это означает, что одна машина начала на моей фазовой диаграмме в точке 0%, а другая начала в точке 100%. А пришли в точку 100-0. Норм? Да, да, да. Ну вот, и тогда, если без телепортов, то получается, что обязательно есть точка, где фиолетовая кривая пересекает красную, а мы договорились, что в красной они хотят ни разу не видеть друг друга, не иметь возможности. И получается противоречие, такую траекторию придумать невозможно. А с телепортами там можно сделать, что на том пути, ну, если телепорты двусторонние, то все равно невозможно. А вот если односторонние в одну сторону... Мне кажется, возможно, ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что у меня с двусторонним работает. С двусторонним? И он у тебя определил себя... Он... В каждый момент времени определена координата, да. Двусторонним в каждый момент времени. Это та же окружность. Я там добавил телепортов, вроде получается. Ну давай, мне прям интересно. Окружность. Это А, это Б. Да, вот есть гора в центре. Ага. И ну, давайте линии обозначим. Момент как бы времени, но схематично, когда они перестают видеть друг друга. И потом, когда снова начинают. То есть они одновременно из точки А выезжают по двум дорогам. Ну вот, по верхней и по нижней в точку Б. И там наступает какой-то момент, ну, например, да, если они с одной скорости едут, когда они перестают себя видеть. И вот на этой границе стоит телепорт. И потом этот телепорт, выход его
там, где они снова начинают друг друга видеть. Выход его, то есть он вот здесь, ну, допустим, он, окей, он, ну, вот сюда перебрасывает. Одновременно, ну, в одно и то же. Ну, да-да-да, я понимаю. Ну, вот, тогда работает, что они видят друг друга всегда, когда едут из А в Б вместе, но при этом, когда едут из разных, они не будут видеть друг друга никогда, потому что телепорт их перебросит равномерно перебросит. Не очевидно. Смотри, если вот этот телепорт, ну, смотри, как у меня устроена схема, если я правильно понял твою схему, вот здесь у тебя действует телепорт, да? Ну вот по дороге туда вроде все нормально. Вот они видят. Вот когда должен наступить момент невидения, ну вот здесь вот такая вот схемка, да, когда подъехал сюда, а этот перебросил его сюда, он уже начинает его видеть с другой стороны, да, это первый, а это второй до телепорта, второй после телепорта. Ну и дальше они синхронизируют, видят друг друга. Ну, давай попробую их гнать. Нет, у нас выходы, у нас два входа и два выхода на разных дорогах. То есть всего получается четыре арки. Слушай, телепорта. Давай так, тут хорошо. Вот это очевидное неудобство этого штуки. Мне интересно, я пока не придумал, как с честными телепортами реализовать. Если реализуешь, я тебе, не знаю, там ананас подарю, когда мы в офлайн вернемся. Вот, ну просто напиши на бумажке со своим рисунком, вот, мне правда интересно. Хорошо, но я тогда уточню еще раз. Вот. Они едут с одной скоростью, да? С любой, скорость можешь менять. Еще раз, какое у меня требование? У меня требование, чтобы была, ну то есть, где вот это доказательство ты можешь сломать. Если у меня телепорт, ну, если у меня определено такое понятие, как сколько осталось там условно, конечно, километры могут дискретно прыгать разрывно из-за телепорта, а вот время не может прыгнуть разрывно даже из телепорта, да, ну как бы окей, он меня перенес мгновенно, но время-то при этом не прыгает мгновенно. Если я вот здесь вот измеряю вот это свое не в процентах пути, а в процентах времени, которое осталось для того, чтобы там добраться до точки Б со скоростью 1 км в час, пользуясь телепортами, ну, поскольку нет опциональности не пользоваться ими, то тогда получается, что вот это доказательство равно должно работать. Ну, вот можно где-то максимально мягко его попробовать обмануть, нарушить это условие. Ну, вот, попробуем. То есть я только за попробовать придумать вариацию задачи, где был бы как бы неочевидно расположен телепорт. Вот, и он как бы немножко нарушал правила игры. У нас уже время закончилось. Я всех рад видеть. Вот, ну, мы как бы порешали задачки на единственности, на фазовый портрет. А так, всем спасибо огромное, всем хорошего настроения. Если есть какие-то вопросы, всегда пишите, я всегда рад. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, до свидания.